Этап в Сарапуле участники уже называют одним из самых лучших за всю историю соревнований. Турнир по рыболовному спорту объединил 30 команд со всей России и стран СНГ. Состав отборный среди участников – 7 чемпионов мира. Удмуртию на турнире представляют сразу 3 команды. Экипаж в составе Максима Пыстогова и Ивана Утробина в этот раз сломал традицию, что на домашней воде не везет. К тому же поймал одну из самых крупных рыб – щуку весом больше 6 килограммов. В итоге 5-е место и чек на 100 тысяч рублей. Домашний этап очень сложный, потому что ответственность очень большая, большое как бы напряжение. Но, в принципе, что мы хотели, мы получили. Мы хотели все-таки попасть в призы, к сожалению, на 5-м месте. Ну что ж, мы очень довольны этому, но результат как бы могли мы превзойти. То есть сегодня был очень хороший день, очень трофейная рыба была, но не смогли мы все достать. Мы уходили очень далеко, это больше 140 наверное, километров. 150. 150 километров, то есть 300 километров по воде мы за день делали. Мы понимали, что у нас 2 часа времени на рыбную ловлю, и ну, было очень сложно в плане морально, наверное. Ну, справились, поставили задачи. Справилась со своей задачей и команда Волчковых. О том, что оба являются заядлыми рыбаками, узнали только после свадьбы. Я за ней увязался на рыбалку, видишь? Получилось так, что она на рыбалку, и я с ней. Каждый из 30 катеров был оснащен 4 камерами. За турниром онлайн следил весь мир на сайте Лиги профессиональных рыболовов. По некоторым оценкам, численность аудитории составила 1 миллион человек. Доехали, наконец, сегодня до финиша. Вчера у нас не получилось. Вот, поймали сегодня 5 рыб. То, что вчера. И такой красоты, как сегодня по реке, мы нигде больше не видели на водоемах. Поймал, отпусти – это основной принцип соревнований. В зачет шли только 5 самых крупных рыб, 7 видов, в том числе язь, жерех и щука. Последние изменения в пале таковы, что рыбу поднимать на легриппе, такие специальные кусачки, просто без поддержки руки нельзя. Желтая карточка рыбы не засчитывается. То есть максимально бережное отношение к рыбе. Следующие этапы турнира пройдут в Ярославле и в Сызрани осенью этого же года. Победителями первого этапа стала команда из Москвы в составе Дмитрия Шабалина и Сергея Евтисова. На двоих поймали без малого 26 килограммов рыбы. Роман Вагинов, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия».